Маг? Не выкай себе! Он превратил нашего тростника в овцу! Да ты офигел, что ли? Всем привет, дорогие друзья! С вами Ярик, это у нас игра «Растения против зомби». Ну что же, мы вообще сегодня продолжаем играть в темные века. Как вы понимаете, то, что это вообще на самом деле круто. Блин, зачем мне нафиг это... Зачем мне нафиг это... Нафиг это все нужно? Я вообще просто... Так, и в общем-то, кто-то мне написал комментарий, то, что здесь босс будет довольно сложный. Ну, я не знаю, конечно же, одолею, не одолею. Но, на прошлой серии мы добрались до прошли половину этого мира. Сейчас я скажу, почему мы 10 уровней прошли, а в этом мире 20. То есть нам еще осталось где-то 10 уровней пройти. В общем, давайте-ка просто начнем. Давайте попробуем. Маг? Нифига себе! Блин, это круто! Прям супер круто. Что мы берем? Конечно же, грибы, точно. Ну что, как можно больше солнечных растений. Но этого, я думаю, достаточно. Что я еще могу взять? Вот этот вот тростник, брать, не брать. Так, знаете, что я подумал? Надо бы какую-нибудь артиллерию взять. Давайте вот этот вот лазерный боб возьмем. И взрывчатку давайте возьмем. Все равно я понимаю. Блин! А вот знаете, что я забыл? Я забыл, короче, это могильника взять. Так, ладно, давайте-ка пока что будем разбивать это только вот такими вот грибами. Так. Так. Так, я знаю, я знаю, что надо делать. Нужно просто разбивать эти могилы бомбой. Так. Нужно как можно быстрее. Так. Давайте, давайте. Если что, мы потом их разобьем с помощью бомбы. Так, вот так вот делаем. Все, у нас еще и куча денег. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Я даже забыл об этом. Так, ну ничего страшного. Давайте-ка мы еще одну клетку сажаем. Давайте, быстрее. Ну уже, быстрее. Сейчас мы вообще... Сейчас нам хана будет, если мы не успеем. Так, уже как можно больше этих грибов ставить. Так. Ага, а еще ты посмотри, там маг. Смотри. Не выкай себе! Он превратил нашего тростника в овцу! Да ты офигел, что ли? Да подождите! Так, так, нужно как-то с ним разобраться. Фу. Да, и все себя приходят. Так, офигеть. Это уже просто жопа. Да, через жопу проходит, офигеть. Так, давай, огонь. Вот так вот. Да уж, нужно как можно больше этих бобов выставить, потому что... Потому что они хотя бы... Да вы заколебали уже этими... С этими овцами. Ненормальные какие. Сумасшедшие маги. А, стоп, да ты офигел моего... Уничтожать. На тебе. Так. Так. Давайте. Огонь. Отлично.
давайте, давайте, давайте. Так, сейчас мы хотя бы один последний тростник высадим. Отлично. Давайте, давайте, разбивайте. Давайте вот так вот. Все, я вроде бы здесь зачистил, только сейчас этот... А, все, не успел. Засранцы просто. С посохами. Так, мы получаем еще что-то. Ага, блин, жалко бы этот дымогриб не прокачать. Так, какое следующее? 12 уровень. Защитить этих грибов от опасностей. Так, на этот раз давайте взрывчатку уберем и возьмем давайте-ка могилоеда. Так, что мы делаем? Я даже, знаете, хотел бы только лазерными бобами обороняться. А, ну пускай эти маленькие тут все поразбивают, все дела. Так, стоп. Они же ведь будут пропадать. Буквально через минуту. Так, сейчас мы, короче, вот ему давайте дадим вот этот вот боб. Во, вот, да-да-да, готово. Блин. Во-во, вот так вот. Делаем, чтобы они не пропали. Оля, спасибо. Так, главное, не жрите мои грибы. A few moments later. Давай вот так вот, чтобы точно не пропали. Да блин, заколебали эти шуты! Я вас ненавижу просто. Вот так вот. Вот так. Вот так. И вот так. Отлично. Всех вынесли в одну калитку. Это еще что? Что это еще за штука такая? Так. Артур Челлендж. А, ну это я понимаю. Там типа испытание Артура. Кто высунет этот меч, тот... Так, стоп. Так, меч разбивает и... Это бесконечные волны. Нифига. Так, что мы... Что дальше? Давайте... Так, давайте, давайте, давайте. Сейчас мы вообще... А. Так, ну тут, короче, тут что-то будет, 100%. Нам не дают ничего выбирать, но что-то нам должны давать, если что. Так, против тебя давай... О! Офигеть! По-русски говоря... Давайте сейчас мы расставим побольше, расстадим побольше. О, растений! Не-не-не-не-не-не-не-нет! На-на-на-на-на-на-на! Блин, да жопа! Ну почему? Ну почему этот гад прикрылся надгробиями? Какая жопа просто! Ты даже видишь? Ой-ой-ой-ой-ой! Не-н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 ет! Только не ты, только не ты. А, ну да, кстати, вы видите то, что... Можно сказать то, что вот это вот арахис. Арахис, он... Я не знаю, кто. Возможно, это... Так, давайте-ка
в каждой полосе высадил, хотя этот шут вообще отбивает его снаряды. Ничего страшного. Мы хотя бы можем как-то разобраться. Так, могилку эту убираем. Давайте! Вот, заодно еще и в этого мага дурацкого прицелимся. Так, что мы делаем? Что мы делаем? Давай, давай, давай. Надо обязательно наши дымогрибы прикрывать. Наших грибов прикрывать, потому что они хотя бы здесь единственные, кто способны атаковать шутов. Так. Давайте, и спереди, и сзади будут нас прикрывать эти арахисы. Горох-орехи, я бы даже сказал. Так, там опять эти шуты. Я даже вообще не... Так, что мы делаем? Что мы делаем? Так, стоп. Вот так вот делаем. Чтоб насквозь это все пробилось. Так, нужно что-то делать. Потому что, видишь... Ненормально. Ненормально! Давай! Так, отлично. Так, один готов. Так, 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 нужно... Нужно вот так вот делать. Что-то они как-то... Как-то стремительно все превращают. Так, отлично. Не-не-не-не-не, все равно эти рыцари как-то прорываются. Хотя бы и наши арахисы хорошо помогают. Давай. Фух, отлично, всех разнесли. Шуты и маги — это самые сложные зомби, потому что шут отбивает простые снаряды, а маги просто превращают в овец. Это просто, я вообще не понимаю, до невозможности меня доводит. Так, ага, производить больше 5000 солнышек. Ну это я помню. Это что? Так, там Гаргантюа. Стоп, я даже грибок не могу взять. Так, ну это просто вообще, я не знаю, до невозможностей. Никакой возможности нет. Так, ладно, давайте-ка мы на этот раз, так, могилоеда мы взяли. Вот нам, точнее, нам предлагали взять взрывчатку, так, обязательно. Вот против Гаргантюа я не знаю, как дальше еще делать, поэтому я возьму пушку. Ах. Я даже вообще, если честно, не понимаю. Давайте-ка еще и вот эту вот штуку, чтобы хотя бы кого-то отбросить назад. О, я даже вообще не понимаю, как вообще здесь можно накопить как такое количество солнышек. Но смотри, но зато заметь, кстати, мы же можем чаще разъедать эти могилы и покормить зомбарей бобами. Так. Вот так. Давайте, давайте. Сейчас мы вообще огромное количество солнышек воспроизведем. Я не знаю, давайте еще и вот эту вот штуку попробуем. Так, а главное вот... Надо самое главное вот самых крепких зомбарей покормить. Так, пускай они пропадают, мне все равно должно хватить места на пушку. Так, 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 так. А вот это уже серьезно. Вот это уже серьезно. Давайте-ка мы тогда отбросим этого чувака назад. И применим с вами артиллерию. Мне кажется, мы не успеем. 100% не успеем накопить наши солнышки. A few moments later. Ток-ток-ток. О, нет, там этот Гаргантюа. Мне это вообще не нравится. Ток-ток, давай-давай-давай. Так, дайте ему баба покушать. О, давайте-ка мы, знаете, вот это вот усиление проведем. Во! Как-то так. Отлично. Давай-давай-давай. Хотя бы последняя могила. Давай
Отлично, все, мы накопили. А теперь можно просто начинать атаку. Давай. Атаку из артиллерии. И бомбы получайте. Фух. Мы, короче, накопили 5000. Все, мы прошли этот 14 уровень. Сейчас еще и 15 пройдем. И все, можно на этом закончить. Потому что я... У меня еще психика к этому не готова. О. Так, планировать защиту от зомби. Ой, дурацкие волшебники. Я сейчас с вами разберусь. Так. Ой, блин. Я тогда лучше возьму лазерный боб, потому что они хотя бы достают до них вот эту штуку. Дракончика можно. Взрывчатку вот эту вот. Ну и можно на всякий случай вот эту вот штуку. Ай, блин, не хватает все равно. Так. Что мы делаем? Вот так вот. Как раз все хватило. Так что давайте вот так вот делаем. Хорошо, хоть мы хотя бы как знаем, как обороняться. Видишь, мы сейчас всех разнесем. Даже если маги появятся, я думаю, лазерные бобы с ним справятся. Хотя смотри-ка, там у них и правда куча рыцарей. Хорошо, хоть я взял хоть какую-то артиллерию против магов. Только надо как-то Только если надо бить... Видишь, там могилы опять эти появляются. Но хотя бы лазерные бобы могут, несмотря ни на что, пробивать насквозь. Так, нам дали... О, нет. Не-не-не-не-не-не-нет. Опять эти чудаки с посохами. Не-не-нет. Фух. Да. Когда нет никаких преград, тростники хорошо его валят. Так, не-не-не-не-нет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Хотя бы все насквозь пробил. Так. Так, стоп! Кто мне мешает видео снимать? А, ух. Вообще хорошо, хоть никто. Так, смотри, что мы делаем? Там опять эти волшебники, но ничего страшного. Давай целую грозу применим. Так, опять? Так. Ну, давайте разбивайте их. Вот, все. Так, один остался после шторма. О, контент пошел. Вот это вообще нормально. Магнитогрипп. Ну, слушайте-ка. В следующей серии мы с вами тогда попробуем добраться до босса. Там, видишь, аж самые сложные задания даются. Вы вообще понимаете, о чем я? Так, ну вот это понятное дело. Я получаю деньги. Вот так вот. Так, вот это уже самая прикольная штука. Давай. Давайте вот сюда. Давай, пчелка моя, опыляй. Все. И можно на этом закончить. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия. В следующей серии мы с вами доберемся до босса. А пока что, друзья, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. И всем, друзья, до следующей серии. Пока.